Давай, давай, Спринг Бонни! Сигани! Вот это жесть! Как круто! Привет, привет, друзья! Вы на канале Мульти и Пульти! Всем вкусняшек и мороженых! И сегодня у меня на канале новый, совсем новый аниматроник Спринг Бонни! Ну а сейчас конкурс комментариев! Кто напишет самый лучший комментарий про канал Мульти и Пульти, попадет ко мне в видео. Итак, пишите, пишите комментарии, ребята! Итак, ребята, у меня появился новый аниматроник Спринг Бонни. Такого аниматроника нет ни у кого. Это эксклюзивный аниматроник, сделанный для меня. Итак, ребята, смотрите, что ждет нашего Спринг Бонни. Я ему тут сделал. Поставил вот такие вот 4 белаза и решил его испробовать, сможет ли он их перепрыгнуть. 4 огромнейшие белаза. Это тест. Тест на психику, тест-челлендж, ребята, как хотите, так и называйте. Смотрите, какие они огроменные. Ну классный, да? Как он мне нравится, этот новый Спринг Бонни, крутяк. Ребят, если вы сейчас верите и точно можете написать, сможет ли он это сделать или нет, напишите, сможет ли он перепрыгнуть. Но это группа поддержки нашего Спринг Бонни, это Чекуля. Привет, Спринг Бонни. Давай, мы ждем. А ну быстро перепрыгивай эти 4 белаза, пойдем домой. Хорошо, Чекуля, конечно. Давай, давай, мы за тебя болеем. Хорошо. Привет, Фредди. Привет, Спринг Бонни! Давай, друг! А ну-ка, сигани так сигани! Порви эти 4 белаза! Хорошо! Блэки, привет! Привет! Ты понимаешь, Спринг Бонни? Вот так вот разгонись, потом как бах и полетел! Но не мне тебя учить, давай, друг! Хорошо? Хорошо, я постараюсь! Да, вот так вот раз в кучек, потом как прыгни! Понятно. Я понял, хорошо, хорошо, я сделаю. О, это же Голден Фредди. Ты чё, качаешься, да, Фредди? Да, я тоже. Может, мне мультипульти разрешит в следующей серии тоже сигануть? Вот я тренируюсь. Ух, ничего себе, классно. Так, братишка, я тебе скажу, как никто. Я твой брат, давай как я, ничего не бойся, ты сможешь. Да я и не боюсь, Бонни. Так, короче, разгончик побольше, понял меня? Да понял я, понял, Бонни. Разгончик побольше, а подожди ты. Ну чё ещё, Бонни? Ну короче, я за тебя болею, я тебя люблю. Не бойся только, ты не бойся! Да я не боюсь, я сейчас как сигану! Давай, короче, молодец! Все, иди! Ой, зеленый Фредди, привет! Давай, давай, Спринг Бонни! Сигани! Возьми высоту, возьми эту планку! Хорошо, я постараюсь это сделать! Ну давай! Привет, бэйби! Ага, привет! Ну чё, прыгать будешь? Ну да, я прыгну. Ну да, ну давай, а то не могу, разговариваю по телефону. Всё. Привет, желейный Валера. Привет, брат. Ну чё, давай, я болею за тебя. Хорошо. Ну давай. О, балунбой, привет. Прыгай. Хорошо, я буду прыгать, хорошо. Прыгай. Я понял. Привет, марионетка. Привет, дружище. Как давно тебя не было. Ну давай, покажи класс всем. Покажи. Хорошо. Привет, Пинки Блэк. Ты тоже новый аниматроник. И я новый аниматроник. Да. Я уже старенький аниматроник, я уже давно в мультипульте, а ты новый, так что давай, не подведи. Хорошо. Ну ладно, ребята, с
смотрите, я сейчас... Какие они огромные! Я сейчас буду прыгать через эти 4 белаза! Ну чё, смогу я это сделать или не смогу? Ребята, действительно, сможет ли Спринг Бонни перепрыгнуть? И вообще, сможем ли мы, если вам нравится мой Спринг Бонни, сможем ли мы под этим видео набрать, ну, хотя бы 500 лайков? Сможем, ребят, если вам нравится Спринг Бонни? Да, ребята, ну давайте, я сейчас прыгаю ради вас. Все, я пошел. Сейчас разгончик. Так. Бам! Бам! Ребята, я смог! Ты молодец! Ребята, я молодец, я смог! Мульти-пульти! Да, я тут! Я смог! Ах, ты смог! Да, ребят, смотрите, он смог! Сейчас я ему добавлю еще! Так, сколько тут было? 4 вот этих грузовика! Сейчас я ему добавлю еще 2, раз он такой прыгун! Я сейчас ему добавлю, посмотрим, сможет ли он... перепрыгнуть через 6 грузовиков. Так, 1. Так, еще добавляю. Так, сейчас вот это достану. Так, 5. Ага, еще один, ребята. Сейчас посмотрим. Какой он прыгун. Ничего себе, как он легко перепрыгнул. Нет, вы это видели, ребят? Сейчас я ему 6 сделаю. Посмотрим. Ну че, мультипульти, ты сделал? Ну да, я сделал. Давай, сигай, посмотрим. Давай, прыгай, Спринг Бонни, мы болеем за тебя! Давай, брат, давай, ты сможешь! Ух ты, аниматроники за меня болеют! Ребята, вы болеете за меня? Ну я побежал! Так, 1, 2! 2,5! Ух, сейчас как сигану! Побежал! Так, прыгаю! Йиху! Бам! Вот это! Я смог, ребята, вы видели? Молодчина, Спринг Бонни, ты красавчик! Молодец, брат! Супер! Классно, ребят, спасибо! Молодчинка, ты классный! Молодец! Так, ребята, ничего себе, вот это он прыгает! Ну ладно, я сейчас ему добавлю... Так, сколько там? 6. Еще добавлю 1. Так, 1. Сейчас я его подвину вот так вот. Ничего себе, я в шоке! Оказывается, этот Спринг Бонни просто мастер прыгать. Так, 1 добавили. Теперь еще 1. 8. Сейчас будет 8 грузовиков, белазов. Ну, 8 он точно не перепрыгнет. Ребят, как вы, перепрыгнет или не перепрыгнет? Напишите мне хэштег «перепрыгнет». А кто не верит в него, напишите, не перепрыгнет. Но честно говоря, по первым 2 разам, я так смотрю, он очень крутой. Да, мульти-пульти, я очень крутой. Я перепрыгнул. Ну ладно, хорошо, Спринг Бонни, я же ничего не говорю. Давай, прыгай. Да, сейчас как разгонюся. Сейчас как сигану. Поезжал? Так, разгончик. Полетел. Йо-хо! А чё это считается? Я ж перелетел! Ребят, ну я не знаю, как вы считаете. Мне показалось, что он перелетел. Все эти 8 грузовиков. И концовочка была, конечно, смазана. Но, в принципе, он перелетел. Ну да, я перелетел, чё? Молодец, Спринг Бонни! Давай, брат, ты сможешь! Давайте засчитаем ему, ребята, так? Замедленная съемочка. Давай, Спринг Бонни. Так, вот это круто. Полетел. Так, летит. Ну, вот это жесть. Как круто. Ребята, ничего себе. У меня получилось. Ребята, у него запас какой был. Да. Ну ладно, хорошо. 8 он перелетел. Круто. Я ему сейчас поставлю, не знаю, 10, наверное, еще добавлю 2.
Сейчас я ему добавлю, этому прыгуну. Я в шоке, какой крутой у меня новый, новый аниматроник ФНАФ Спринг Бонни. Так, еще добавляю. Сколько раз? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 11. Сейчас я его подровняю, ребята. Вот это жесть. Так, сколько раз? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Ладно, сейчас я ему еще добавлю. Пусть себе прыгает. Так, еще один. Посмотрим. Сейчас точно не перепрыгнет, ребят. Сейчас ему специально поставлю, чтобы он не перепрыгнул. Этот Спринг Бонни крутой, крутой аниматроник, ребята. Кстати, я... Так, еще поставлю одно. Я сейчас 15 ему поставлю. 15 самосвалов грузовику. Кстати, ребята, я вам открою вам секрет. Появился новый Спринг Бонни. Еще появится куча новых аниматроников. Но это секрет никому. Итак, ребята, я поставил 15 грузовиков для Спринг Бонни. Ну что, сможешь, Спринг Бонни, а? Да смогу, мультипульти, я все могу. Ну хорошо, давай, покажи, друг. Давай, я болею за тебя. Я же за тебя, я твой друг. Это хорошо. Это хорошо, мультипульти. Сейчас я покажу вам класс. Давай, пожалуйста, Спринг Бонни, перепрыгни, перепрыгни эти КамАЗы. Это БелАЗы вообще-то, Чика. Какая разница, прыгай. Все, побежал. Побежал. Давай. Давай. Вот это да. Как он это сделал? Как он это сделал, ребята? Ну че? Я в шоке. Ребята, как он это сделал? Как ты это сделал? Че, удивились, да? Вот такой крутой. Ребята, он же только что не долетел. Вот 8 было, теперь 15, он их перелетел. Дай могу. А ну-ка. Лечу. Опа, класс. Смотрите, что он вытворяет. Это жесть. 15. Недолетик, но все равно 15. А как он перелетел эти все 15? С таким запасом. Бонни, Спринг Бонни, быстро колись. Колись, как ты это сделал? Понравилось, да, мультипульти? Ну да, понравилось. Просто жесть, просто бомба. Вот так вот. А ты не верил меня? Нет, я верю. Молодец, красавчик. Супер, Спринг Бонни, ты молодец. Да молодец, брат. Ребята, кому понравилось это видео про Спринг Бонни, нового аниматроника, поставьте палец вверх и пишите комментарий. Кто напишет самый лучший комментарий, попадет в мое видео. И, ребята, напишите. Может мне поставить 30 самосвалов, а может 100. Если понравилось это видео, напишите мне. Я сниму еще такой тест-челлендж. Ну, а вы были на канале Мультипульти. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.